Друзья, всем привет! Сегодня я приехал на выставку домов. Надеюсь, вам понравится, что пойдемте. Друзья, ну что, вот я пришел. Вау, какой красивый дом. Наверное, он как раз мне и нужен. Герцог. Сейчас туда зайду, посмотрю. Обалдеть. Сосед неплохой. Какой красивый. Солнце мешает. Дома под ключ делаются. То есть вы заказываете, платите. Говорите, что вы хотите, и вам делают дом. Вот еще. Но они делают еще бани, сарай. Блин, солнце мешает. Так, это какой-то маленький дачный домик, что ли? Сзади машина едет. А, ну да, типа так удачного домика. Это прикольно очень. Так это вообще большой. А, нет, это не продается. Это администрация, что ли? Это красивый еще такой большой. Но тоже как дачный. Красивый. Так, да, сколько же? Цены я вам не буду говорить. Вы всегда можете посмотреть на сайте Терема. Вы какие маленькие. А, это бани. Это бани. Это все бани, оказывается. Так, а мне нужен вот этот дом. Вот этот дом нужен. Сейчас пойду его исследовать. Так, это бойлерная. Вау, как красиво. Так, лисенька, значит. Прихожая. Так, здесь у нас ванна. Ванна. Такая, ничего, большая, такая хорошая, нормальная. Так, это гостиная, я так понимаю. Вау. Ну ничего такой, нормальный домик. Так это. А, это столовая, а это кухня. Тут вещи такие. Дверь стеклянная. Но это все мебель меняется. Так, это у нас кухня получается. Тут можно выйти на террасу. Вот. Так, пойдемте дальше. Получается у нас такой. А, еще кабинет есть. Кабинет. Здесь комната. Да. Тут вторая ванна получается. Вторая ванна.
Ну, ничего так уютненько. Прикольно. Да. Еще спальня. Здесь три спальни получается. Два туалета. Кабинет есть. Вау, там что-то еще есть. Это что? А, это... О, тут еще туалет, Иван. Боже, сколько же здесь. Много. Понимаешь, здесь уже ты можешь поставить крышку полноценную. Понимаешь, в чем дело? А там что происходит, если ты делаешь полноценную? Зашел в баню. А здесь второй этаж. Хорошо. Кухонька такая. Так, это у нас душ. Душ. А здесь, наверное, сабаня. Ну да, вот такая вот небольшая сауна. Так, пойдемте. Второй этаж. Ну ничего, хорошая такая банька. Так, в этот дом зайду еще. Красивый. Так, пойдемте. Наверное, с другой стороны надо. Так, заходим. Опа. Вау, какая красивая комната. Окна нравятся. В пол, окна в пол. Это у нас получается кухня-столовая. Прикольно. Даже очень. Слушай, это 86 на долгий свет. Я слюной обливаюсь. А, это бойлерная. Ну, не покажи код обливать. Я сказал, код да. Какой-нибудь и поставь а куда-нибудь. Вот такой, да, вот этот хороший, мне очень понравился. Да? Да. Я понимаю. И поставь куда-нибудь. Так, это тоже, у нас это кабинет получается. Так, поднимаемся. Так, дальше. Балкончик. А вот этот дом, который меня интересовал. Такой английский, в американском стиле. Пойдем дальше. Давайте еще в этот дом зайдем, посмотрим, что там есть внутри.
Так, это у нас вау, как мило. У нас служебное помещение, и там тоже комната, не буду заходить. Поднимаемся. Так, это у нас тоже комната небольшая. Здесь комната небольшая. Здесь, наверное, туалет, ванна должна быть. Тоже спальня. Такая вот спальня. Ну ничего, так нормально. Ладно, пойдем дальше.